Ребята, всем привет! Добро пожаловать ко мне на канал! Сегодня в видео я хочу вам рассказать про продукты и товары, которые можно купить только в США. Вот если в общем посмотреть на страны, они почти нигде не продаются, и поэтому я либо их вожу пачками в Россию, либо тут закупаю и кому-то пересылаю. Поэтому если вам интересно, что такого есть в США, чего нет в других странах, продолжайте смотреть это видео. Back to San Francisco. Our minds may change. Я очень-очень-очень люблю читать, и в последнее время я читала книги на Amazon, на Kindle, и слушала их на аудио. Но сейчас я поняла, что 8 или 9 часов в день я реально провожу за экраном телефона, поэтому я стала все больше и больше покупать книг в твердом переплете, по-английски это называется hardcover. И согласитесь, большинство бестселлеров выходит как раз первым делом в Америке, многие книги даже не переводятся на другие языки, и тем более в твердом переплете не доезжают до других стран, поэтому Америка — это та страна, где можно достать самые крутые книжные новинки или такие книги, которые вообще невозможно достать в других частях света. Например, одна из книг, я думаю, всем ребятам-эмигрантам и кто учит английский, будет интересно почитать, книга Джимми, это актер, который играл в сериале «Кремниевая долина». You never burn trash, okay? Can you say that? I never burn trash. I never... burn trash. Yes. What about garbage? Книга How to American, это, кстати, книга, подаренная им, вот, и, конечно, в других странах ее еще нету, и это самый кайф, взять вот такую книгу к бассейну, да, когда лето, с собой на море, и в книге он рассказывает про то, как он становился американцем, он приехал сюда в 11 лет, и очень много вот таких фишек, которые мы, как иностранцы, как эмигранты здесь в Америке чувствуем. И в одном из следующих своих видео я обязательно поделюсь списком книг, которые я прочитала за последний месяц, поэтому, если вы еще вдруг не подписаны на канал, обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить это видео. Сказал. Еще одна тема, которой я очень сильно увлеклась в Америке. Я не знаю, насколько она американская, но здесь просто все обязательно пьют так называемый supplements. Supplements — это по-английски всякие пищевые добавки. То, что я пью уже очень давно, и это производство американского, это омега-3. На самом деле, часто от ребят в России слышу, что омегу подделывают, или она какая-то не такого качества. Здесь мне рассказали, что часто омегу делают из рыбы, которая поймана и выращена вот на фермах, и в ней ничего полезного уже нет, очень много меркурия. И здесь, соответственно, ну вот я провела свой ресерч, очень долго проводила, это считается самая крутая омега, потому что нужно смотреть на вещества DHA и EPA, и это самая высокая концентрация, которую я видела, наряду с тем, что это там органическая рыба, wild caught, это называется, дикая, пойманная в дикой природе. И это производство американское, соответственно, кроме Америки я их нигде больше не видела. А витаминки другие, если так вот по ним пройтись, это всякие солгары. Понятно, что они продаются и в России, например, но в Америке намного дешевле и постоянно. Когда я еду, одна подружка: «Марин, омегу-3», другая подружка: «Марин, D3». И вот я еду вот с такой вот сумкой всяких разных таблеток. Кстати, если вам интересно, что я пью, сразу скажу, что тут половина полки моя, половина полки мальчиков, Димы и Влада. Но если вам интересно, что конкретно я принимаю, я сделаю такой пост в Инстаграме. Поэтому, если вы еще не подписаны, Lingua Marina, ссылка внизу. И вот здесь сейчас появится волшебная плашка. Подписывайтесь и узнаете, что я пью. Знаете, почему я люблю жить в Кремниевой долине? Потому что здесь знакомишься с ребятами, которые делают сумасшедшие новые крутые штуки, дают их тебе попробовать, и ты понимаешь, что ты один из первых в мире их пробуешь. Поэтому сейчас расскажу вам про вещи, которые вот ребята начали делать в Кремниевой долине, сейчас они расходятся по Америке, в других странах, я уверена, еще не слышали. Первое, вот эту штуку я использую уже год. Это мои знакомые, называется Ава. Сделали такой браслетик, который трекает очень много важных показателей, он именно для девочек. Он трекает сон, да, сколько я сплю, он трекает мою температуру, он трекает мой пульс, то есть он говорит, насколько я в стрессе, синхронизируется с циклом, говорит, сколько я спала. То есть если у меня вдруг какие-то, знаете, сомнения, типа, что у меня пятый день, плохое настроение, я захожу в приложение, смотрю, какие у меня там показатели, и смотрю, например, что я последние дни очень плохо спала, потому что он еще фазы сна трекает. Это вообще меня спасает и помогает отвечать на многие вопросы, потому что ты иногда думаешь, что ты там заболела, а оказалось, у тебя просто был какой-то стресс, или ты перелетал, и поэтому у тебя организм вообще в каком-то шоке. Вот, поэтому называется браслетик Ava, офис через дорогу буквально здесь, это
самое клевое, что я обожаю по поводу таких вещей. И да, для девочек, мне кажется, просто супер, я бы всем рекомендовала такой купить. Ребята, продолжаем говорить про технологии, которые появляются в США. Сейчас с вами пойдем в один из самых крупных магазинов техники – Best Buy. И там есть ребята из Украины, точнее, не они сами, а продукт, который они сделали, и он уже во всех Best Buy'ах США. Это же так круто. Погнали! Держу эту штуку, которую сделали украинские ребята, называется Pet Cube. Они запустили ее на американском рынке, прошли Y Combinator. Y Combinator — это акселератор, который прошли Airbnb и Dropbox. И вот они сделали такую штуку, вот ты можешь играть со своим питомцем, кормить его. И здесь такая лазерная указка, ты играешь с ним по полу, а он бегает за тобой. Супер! Америку просто взорвало. Здесь все обожают питомцев и очень скучают по ним, когда уходят на работу. И с такой штукой можете с ним общаться. Кайф же! Ребята, сейчас важные покупки для тех, кто хочет тренировать свой английский. Девайс называется Amazon. Alexa? 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 Это Echo Dot. У них есть большие колонки. Но сам кайф в этом во всем, что вы с ним общаетесь по-английски. Вы говорите Alexa, tell me a joke. Alexa, tell me a joke. Alexa, расскажи мне шутку. Или что я делаю? Например, я заказываю что-то с Amazon, но, к сожалению, вот эта функция в России не будет работать. Например, Alexa, order some eggs. И это отличный способ практиковать английский. Они сейчас много всего делают очень интересного. Для Alexa делают специальные skills. То есть, например, вы просите Алексу каждое утро говорить вам, не знаю, что-нибудь голосом какого-то известного блогера. Если у блогера есть свой скилл, то, соответственно, вам будет цитата от блогера каждое утро. Поэтому я вам очень советую заказать себе Amazon Alexa, говорить с ней по-английски. Когда Дима с ней говорит на плохом русском акценте, она его не понимает. Поэтому отличная практика. Alexa, are you happy? Ребят, сейчас пойдем в самый вкусный магазин Америки. Я в шоке, почему его еще не привезли в другие города. Но там есть лосьон для тела, который у меня ассоциируется с переездом в Америку. Я вам очень советую попробовать самый вкусный запах в мире. Утонченный. Я попробовала его первый раз, когда приехала. И все, у меня этот запах ассоциируется с мечтами, с переездом. Поэтому пойдемте, я вам покажу и очень-очень советую обязательно что-то оттуда попробовать. One of America's best-selling fragrances, Japanese cherry blossom, is your little black dress fragrance, beautiful, timeless, and undeniably feminine. Короче, я сейчас сказала, что это один из бестселлеров, их самый крутой аромат, реально просто обалденный. Когда же изобретут технологию, что я вам аромат показала? В общем, я надеюсь, что мне поверите, очень вкусный. Берем. Есть такой бренд в Америке, на который я подсела в 2013 году, и, к сожалению, который можно купить только в Америке, я нашла их еще в Лондоне. Бренд называется Trish McAvoy. Это женщина, я сейчас просто разболталась, с человеком, который продает, он нам разрешил снимать на профессиональную камеру, видите, как качество классное. Он мне сказал, что первый вообще человек в Америке, вот этот Trish, она вообще мейкап-артист для известных персон, да, она Анджелину Джоли красила, и она первая, кто стала добавлять в косметику всякие полезные штуки, типа гиалуроновой кислоты, пептидов и так далее. Ты уже дальше бренды стали это перенимать. У нее самая лучшая в мире тушь, которую девчонки, мальчики сейчас такие, Марина опять про косметику, но девчонки, она смывается теплой водой, и вот так вот просто тебе не нужно тереть глаза. Короче, Trish McAvoy тушь обязательно заказывайте в Америке. Я говорю, с 13 года, даже когда я жила в России, я просто приезжала в Америку и закупала себе там по 10 штук на год. Ребятушки, сейчас мы с вами заканчиваем с бьюти-шоппингом и отправляемся в продуктовый магазин. А в продуктовом магазине есть кое-что, что вы 100%, вот прям 100% никогда не видели. Если вдруг вы видели, я просто, сойду с ума, короче. Поэтому сейчас быстро переоденемся и поедем в продуктовый, и я вам еще кое-что покажу, что есть только в Америке. Одна из вещей, которую вы знаете, я обожаю, по которой я постоянно скучаю, когда уезжаю из Америки, это камбуча. И да, она есть в Питере, например, да, есть фабрика, которая производит, но там всего два вида. Когда ты приезжаешь в Америку, у тебя куча компаний, которые производят все виды камбучи. Камбуча со вкусом колы, клубники, манго, чего угодно, просто обожаю. Так это же чайный гриб, который у бабушки на подоконнике. Да, это он. Но зато он сразу в бутылках и со вкусами. И в детстве я пила такое, но я никогда не видела в магазинах. Поэтому, как только приезжаю в Питер, я сразу, я хочу камбучу. Так что это одна из вещей, которые только в США, я думаю, в таком ассортименте. Больше нигде не видела.
вещь, которую меня постоянно просят привезти из Америки, это Crest, отбеливающие полоски для зубов. Crest — это то же самое, что Блендамед. Но когда компания Procter & Gamble привезла этот бренд в Россию, они такие, чего, Crest? В России сказали, что совсем, что ли? Поэтому придумали Блендамед. На самом деле то же самое. Отбеливающих полосок Блендамед у нас таких нету. Все от них в восторге, потому что они очень сильные, и в части стран они запрещены просто так их не купить. В Англии, по-моему, их просто так не купить, вот именно в такой концентрации. А, поэтому просят привезти. Но, если честно, после них сразу болят зубы, но вы как хотите. То есть, если что, можно спокойно заказывать из Америки. И еще момент. Вот сейчас пока снимала просто. А вот такое кто-нибудь видел? Это спрей, чтобы замазывать седину или... Да. Я вообще никогда такого не видела. Такая краска, которая спреем именно для седины. Интересно. На самом деле, когда я прихожу в любой магазин в Америке, у меня глаза разбегаются. Мне кажется, что я ничего в жизни такого не видела. Но я знаю, что вы умные подписчики, и вас много. И вы всегда скажете, что «а это у нас есть, а это у нас есть». Но вот сейчас, внимание, точно, вот 100%. Если есть, я буду в шоке. Это сыр, который вы вот так вот делаете, как взбитые сливки сверху. Называется spray cheese. Как бы, как дела, американцы? Как вы думаете, он натуральный? Напишите внизу в комментариях. Ну, в составе канола oil, мука. Тут даже сыра не предвидится. А нет, в конце есть немножко вместе с красителями и вкусовыми добавками. Ну, в общем, да, американцы настолько просто обленились, что у них даже сыр спреем. У них, говорю, у нас... Я же тоже немножко американка. Так что вот так вот. Еще одна вещь, которую вы нигде в мире не найдете, это spray cheese. Ребята, спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. Я вас очень прошу в комментариях написать о тех товарах, которые постоянно привозите из-за границы, и главное, напишите почему. Либо потому, что у вас дома их нет, либо потому, что вы считаете, что за границей дешевле или лучше качество. Обязательно пишите внизу. Если вам видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, красная кнопка, и посмотрите обязательно вот эти два видео, они тоже по теме и уверенно вам понравятся. А я заканчиваю это видео и иду домой. Все, пока-пока!